Начинаем третье практическое занятие, в котором мы продолжим кинематический анализ плоского рычажного механизма второго класса, и для которого были построены 6 планов механизма и планы скоростей для планов механизма 1, 2 и 5. Полученные результаты были записаны в таблицу скоростей. Знак минус перед значением угловой скорости говорит о ее направлении по ходу часовой стрелки. Тема настоящего занятия – построение планов ускорений. Построим планы ускорений для тех же планов механизма 1, 2 и 5. Начнем с плана номер 2. Выбираем на свободном участке чертежа произвольную точку, которая будет полюсом плана ускорений. Обозначаем ее буквой P с индексом A. В полюсе также будут точки А и Д. Для определения нормальных составляющих ускорений нам необходимы значения угловых скоростей звеньев. Из курса школьной физики мы знаем, что если точка движется с постоянной угловой скоростью по дуге окружности, то ее ускорение определяется следующим образом. В нашем случае оно равно 6,448 метров в секунду в квадрате. Примем масштабный коэффициент ускорения равным 0,2 метра за секунду в квадрате на миллиметр. Тогда длина вектора ускорения точки B на плане ускорений будет 32,24 миллиметра. Этот вектор параллелен кривошипу AB и направлен от точки B точки А. Открываем инструмент отрезок. Выбираем параллельный отрезок. Указываем на кривошип АБ и из полюса откладываем вектор длиной 32,24 миллиметра. Его конец обозначаем буквой B. Точка C одновременно принадлежит и шатуну BC, и коромыслу CD. На основании теоремы о сложении ускорений можно записать следующие векторные уравнения. В каждом из них по 3 неизвестных. Но если приравнять их правые части, то получим уравнение с двумя неизвестными, которое может быть решено графическими построениями. Вектор ANCB параллелен шатуну BC и направлен от точки C к точке B. Вектор ANCD параллелен коромыслу CD и направлен от точки C к точке D. Модули нормальных составляющих относительных ускорений равны 2,86 и 9,94 метра в секунду в квадрате. Тангенциальные составляющие относительных ускорений перпендикулярны соответствующим звеньям. Найдем точку С на плане ускорений. Из конца вектора ускорения точки B откладываем параллельно BC отрезок длиной 14,3 миллиметра. Его конец обозначим буквой N с индексом 2. Через эту точку проведем прямую, которая будет линией действия вектора тангенциальной составляющей A tau CB. Из полюса параллельно CD отложим отрезок длиной 49,7 миллиметра. А через его конец прямую, перпендикулярную CD. Конец вектора нормальной составляющей относительного ускорения ANCD
обозначим буквой N с индексом 3. Точка пересечения линии действия тангенциальных составляющих и есть точка С плана ускорений. Изобразим все векторы. Для определения положения точки Е воспользуемся теоремой подобия, для чего измерим длину отрезка PAC. И затем найдем длину отрезка PAE. Итак, длина отрезка PAC составила 69,7 мм. Тогда длина отрезка PAE будет равна 41,82 мм. Отложим 41,82 мм от полюса. И изобразим вектор ускорения точки Е. Переходим к определению ускорения точки F. Для определения ускорения точки F понадобится одно векторное уравнение. Поскольку линия действия вектора AF известна, и в этом уравнении неизвестных две. Модуль нормальной составляющей относительного ускорения равен 0,68 метра за секунду в квадрате. Вектор ANFE направлен параллельно EF от точки F к точке E. Вектор ATAUFE перпендикулярен шатуну EF, а вектор ускорения ползуна горизонтален. Из конца вектора ускорения точки E откладываем параллельно EF отрезок длиной 0,34 мм. Длина вектора мала, поэтому необходимо максимально увеличить изображение на экране. Через конец этого вектора проведем прямую, которая будет линией действия вектора тангенциальной составляющей ATAUFE. А через полюс проведем горизонталь до пересечения с предыдущей линией. Получим точку F плана. Оформляем окончательно план ускорений для плана механизма номер 2. Далее измеряем длины векторов. Умножаем их на масштабный коэффициент и полученные данные заносим в таблицу значений ускорений. Для определения угловых ускорений звеньев нам нужны значения тангенциальных составляющих относительных ускорений и длины соответствующих звеньев. Эти данные появились на экране. Получаем следующие значения угловых ускорений. Эпсилон 2 равно 252, эпсилон 3 равно 196, эпсилон 4 равно 97,5 секунда в минус второй степени. Вносим эти данные в таблицу. Построим план ускорений для плана механизма номер 5. Предварительно вычислим модули нормальных составляющих относительных ускорений, для чего нам понадобится значение угловых скоростей звеньев для плана 5. Нормальные составляющие равны
точки С относительно точки Б 0,566. Точки С относительно точки Д 2,92. Точки F относительно точки Е 0,14 метров в секунду в квадрате. Тангенциальные составляющие перпендикулярны соответствующим звеньям. Определяемся с полюсом плана и его обозначением. Примем масштабный коэффициент, равным 0,1 метра за секунду в квадрате на миллиметр. Из полюса параллельно кривошипу АБ откладываем отрезок длиной 64,48 мм. Его конец – точка Б плана. Из конца вектора ускорения точки Б откладываем параллельно BC отрезок длиной 5,66 мм. Через его конец проведем перпендикулярную прямую, которая будет линией действия вектора тангенциальной составляющей А тау СБ. Из полюса параллельно CD отложим отрезок длиной 29,2 мм. А через его конец прямую перпендикулярную CD. Точка пересечения линии действия тангенциальных составляющих и есть точка С плана ускорений. Вспомогательные линии удаляем. С помощью теоремы подобия найдем положение точки Е. Отложив на отрезке PAC расстояние PAE, равное 23,4 мм. Из конца вектора ускорения точки Е откладываем параллельно EF отрезок длиной 1,4 мм. Этот вектор мал, поэтому снова увеличиваем изображение на экране. Через конец этого вектора проведем перпендикулярную прямую, а через полюс проведем горизонталь до пересечения с предыдущей линией. Получим точку F плана. Оформляем окончательно план ускорений для плана механизма номер 5. Далее измеряем длины векторов, умножаем их на масштабный коэффициент и полученные данные заносим в таблицу значений ускорений. И в заключение построим план ускорений для плана механизма номер 1, когда ползун находится в крайнем правом положении. Для этого плана примем масштабный коэффициент, равным 0,25 метра за секунду в квадрате на миллиметр. Уже известным образом находим положение точки B плана ускорений, откладывая из полюса отрезок, параллельный звену AB длиной 25,79 мм. В этом случае угловые скорости звеньев имеют следующие значения. Модуль нормальной составляющей относительного ускорения АНСБ равен 2,42 метра за секунду в квадрате. Остальные нормальные составляющие равны нулю. Ориентация тангенциальных векторов прежняя. Направление нормальной составляющей АНЦБ
совпадает с направлением вектора ускорения точки B. Откладываем отрезок длиной 9,67 мм. Через конец отрезка проводим перпендикуляр к нему. Далее через полюс проводим перпендикуляр к коромыслу CD. Полученная точка пересечения есть точка С плана. Положение точки Е найдем известным способом, вычислив длину отрезка PAE, который в этом случае равен 45,12 мм. Затем через точку Е проводим перпендикуляр к шатуну EF, а через полюс горизонталь. Получили точку F. Расставляем стрелки, обозначаем концы векторов, находим их длины и заполняем таблицу значений ускорений. На этом занятии мы рассматривали построение плана ускорений для изображенного отдельно плана механизма. Обычно их строят на основе общего чертежа планов механизма. Это выглядит примерно так.